Люди затрудняются, беспокоятся и волнуются только тогда, когда они заняты внешними делами. А внешние дела от них не зависят. От нас не зависит, сколько мы будем получать зарплаты. Это воля судьбы. Сегодня много, завтра мало. От нас не зависит, будет любить муж или не будет. Сегодня любит, завтра не любит. От нас не зависит, будет ребенок хорошо себя вести или не будет. Сегодня хорошо себя ведет, завтра плохо. От нас не зависит, будет в стране все хорошо или не будет. От нас не зависит, чем будет заниматься президент. От нас не зависит погода. И смотрите, когда психика туда направлена, а какая будет завтра погода, а зарплата будет у меня или не будет, а я буду болеть завтра или не буду, а муж уйдет от меня или не уйдет. Вот когда человек занят вот этими внешними вещами, человек начинает немедленно затрудняться и беспокоиться. Так зачем тогда этим заниматься? А затем, что больше делать нечего. Мы же не знаем, чем заниматься надо на самом деле. Мы занимаемся тем, куда тянет. Куда лягушку тянет. Вот вокруг просто простор, огромный простор, и лежит удав, подкрывает рот, вот так вот. И лягушка, она может скакать куда хочет. Но тревожно только в одном месте. Это там, где рот удава. И надо разобраться в этом вопросе, ну почему там так тревожно? И она подскакивает поближе и заскакивает в рот, посмотреть, ну откуда тревога идет? И в этот момент рот почему-то закрывается. Потому что удав уже знает, что будет. Ему не надо бегать за лягушкой. Она сама прискочит. Вот так вот. Но в рот куда вы. Так и судьбе не обязательно человека искать. Если муж должен уйти от жены, она сама его выведет. И сама его заставит уйти. Вот ему положено по судьбе уйти. Не надо париться, жена сама доведет. Чего она чувствует опасность, начинает еще больше на него наезжать. Болит печень, чем мы занимаемся. Болит печень. Еще больше ее гробим. Печень болит, над чем заниматься? А, хорошо, печень, хорошо. Все, с печенью у меня хорошо. У меня с печенью все хорошо. Все. Так? Видите, мы сами прыгаем туда. От нас вещи не зависят, значит, мы туда будем прыгать. В этих случаях люди тревожно спрашивают себя, а что я буду делать? А что там такое будет? Что из этого выйдет? Как бы ни случилось того или другого. Так бывает с теми, кто постоянно заботится о том, что им не принадлежит. Наоборот, человек занят и тем, что от него самого зависит. А что от него зависит? От нас что зависит? Что от нас зависит? Да, я желаю всем счастья. Пожалуйста, сколько хотите желайте. Извиняюсь, мне что-то душно. Сейчас разденусь немножко. Правильно начал раздеваться. Простите. Надо быстрее вешать, а то сейчас жена придет. Скажет, опять не повесил. А я повесил. Все, движемся вперед. Если бы он стал беспокоиться о том, удастся ли ему удержаться истины и избежать лжи, то я сказал бы ему, успокойся. То, что тревожит тебя, находится в твоих собственных руках. Гляди только за своим настроением, за тем, как ты молишься,
стараешься в этом во всем исправлять себя. И не беспокойся ни о чем. Все, что случится во время твоей молитвы, ты всегда обратишь себе в пользу. Когда человек начинает внутренним настроем заниматься, он что делает? Исправляет все вокруг. Победа находится только в сердце человека, потому что из сердца исходят все события. Откуда выходит муж? Нет мужа, откуда он выходит? Откуда? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Долго-долго спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Откуда он выходит, да? Из сердца. Из сердца. Да, приходит время. Любовь негаданно наглянет, когда ее совсем не ждешь. И каждый вечер сразу станет так удивительно хорош. Да? Сердце, тебе не хочется покоя. Из сердца все выходит, из сердца. Приходит время, девушка становится румяной, красивой, и к ней все прилипают. Но замуж выходит она за одного кого-то. И это уже предопределено свыше. Причина заключается в том, что все исходит из сердца. И поэтому сердце и надо постоянно заботиться о нем. Есть два типа действий. Есть предварительное действие, есть действие реальное. Когда человек очень сильно настроен на совершение предварительного действия, то действие снаружи или вообще исчезает плохое, или смягчается. Или если это суждено чему-то быть, которое невозможно смягчить, то тогда ты об этом очень ясно узнаешь и готовишься. Понимаете, если человеку уйти надо из этого мира, человек, который постоянно внутренним действием занимается, он знает точную дату своего ухода. Он знает, что это не изменишь, и он к этому готов. А человек в момент ухода своего, если он вспоминает о Боге, то в этот момент он очищается от всех грехов и попадает в духовный мир. Видите, как хорошо заниматься внутренней жизнью постоянно. И что такое вера? Вера означает, что я не верю в то, что Бог мне поможет и даст мне побольше денег, квартиру, если я буду им молиться. А вера означает, что я верю во внутреннюю жизнь, верю. Если я сердце свое очищаю постоянно, прощаю, прошу прощения, на сердце у меня радость, покой стоит, это значит, что я иду правильной дорогой. Это значит, что у меня в жизни все будет хорошо, это гарантия. Потому что, когда человек очищает свое сердце, малейшее препятствие высвечивается в сердце немедленно. Немедленно становится понятно, там есть опасность, все. Это происходит немедленно и само собой. Не надо об этом беспокоиться. А если я умру в борьбе с несчастьями? Ну и что же, в таком случае ты оставишь этот мир смертью человека честного, совершая то, что ты должен в своей жизни совершать. Нужно же тебе все равно оставить этот мир, и уход должен же заставить себя за таким-нибудь важным духовным делом. Я был бы доволен, если бы уход из этого мира застал меня за делом достойным человека, за делом добрым и полезным всем людям. Потому что когда человек думает о Боге, о святости, он становится полезным всем, он сияет, светится чистотой. Или чтобы он застал меня в то время, когда я стараюсь исправлять себя. Тогда я мог бы поднять руки к Богу и сказать ему: «Господи, ты знал сам, насколько я воспользовался тем, что ты дал мне для понимания твоих законов. Упрекал ли я тебя, возмущался ли против того, что со мной случалось? Уклонялся ли я от исполнения своего долга? Благодарю тебя за то, что я родился и прожил жизнь не зря, за все дары твои. Я пользовался ими правильно. Возьми назад и распорядись тем все то, что ты дал мне, как тебе угодно. Ведь все это твое». Да? Человек оставляет мир в радости в этом случае, в радости, потому что он правильно прожил свою жизнь. Рады-рады, что значит рады-рады? Рады-рады, это значит все рады, да?
Рада – это имя супруги Господа. Она олицетворенная радость. А также надо знать, что слово «рада» или «рада», «рады», «все рады». Есть другое слово «радана», «радана». «Радана» означает служение. Да, человек бескорыстно служит всем. Что он получает? Рады-рады. Рады-рады. Он получает супругу Господа. Она супруга Господа или энергия счастья. Супруга Господа, Господь окружен энергией счастья. Энергия счастья имеет женскую природу. Поэтому все в этом мире смотрят на женщин. От них исходит счастье. Ну какое? Материальное. Но от супруги Господа исходит счастье духовное. И человек контактирует не с материальной энергией счастья, а с духовной. И женщина, и мужчина одинаково, если человек служит. Кому? Рады. Служит рады. Служит бескорыстно Богу. Святости бескорыстно служит. Он направляет свою жизнь на чистоту. И женщина перестает любоваться собой, мужчина перестает любоваться женщиной, все начинают любоваться святостью, и в мире наступает что? Благодать. Счастье наступает. При этом женщина красоту не теряет. Если она перестает любоваться собой, просто перестает любоваться собой, не дай Бог женщине просто перестать любоваться собой. Это значит, что она становится некрасивой сразу. Все. Она постоянно должна думать о том, ой, я такая хорошая. Вообще. Постоянно должна так думать. И она будет красивой. Но если женщина постоянно думает о святости, она еще красивее становится. Ее красота становится очень чистой и возвышенной. Божественной. Божественной. Может ли быть лучшая смерть? Чтобы дожить до такой смерти, не нужно много лишать себя чего-то. Хотя, правда, этим самым ты много приобретешь. Если же ты захочешь удержать то, что не твое, побольше денежек, то непременно потеряешь и то, что твое. Кто хочет иметь успех во внешних делах и не спит по целыми ночам напролет, постоянно думая и суетясь об этом, постоянно унижается перед сильными людьми мира сего, и поступает в результате как подлый человек. В конце концов, чего он всем этим добивается? Он добивается с того, что его окружают некоторыми почестями, что его некоторые боятся. Сделавшись начальником, он может распорядиться чьими-то судьбами. Неужели ты не хочешь сколько-нибудь потрудиться для того, чтобы освободить себя от всех этих неприятных вещей? И спать спокойно, ничего не боясь и не мучаясь. Знай же, что такое спокойствие души не достается даром. Почему? Потому что, естественно, человека манит то, что разрушает его жизнь. Его манят деньги, естественно. Его манят почести. Его манит слава. Его манит власть. Его манит желание наслаждаться этим миром и эксплуатировать его. Это естественно происходит. Само собой. И так это Эпиктет сказал. Интересная личность Эпиктет. Он был рабом. В Римской империи был рабом. И он был таким удивительным человеком, что сначала окружающие рабы начали советоваться с ним, как жить. Потом дальше его хозяин начал советоваться с ним, как жить. А потом он стал ему таким благодарным, что выписал ему освобождение. А потом Эпиктет стал наставником для римлян. И он открыл свою школу духовную. И он ничего не писал, он был таким скромным, что сам ничего не писал. Все эти высказывания принадлежат его ученикам. Они записывали вот эти, видите, в виде бесед все идет, в виде бесед. Там же записывали его ученики. Мы знаем, если захотим знать, а именно, что сердце и совесть человека божественны.
Видите, здесь не сказано просто сердце божественное, а сказано сердце и совесть. Это очень важно знать. Очень важно знать, что совесть не принадлежит нам. Мы говорим, моя совесть. У каждого своя совесть. Нет, совесть одна. Совесть — это энергия Бога, поэтому правда тоже одна. Все говорят, у каждого своя правда. Нет, не своя. Есть правда только одна, она принадлежит Богу. Веды говорят, что в этом теле живут две птицы, две души. Одна душа — это я, которая думает, что она здесь все знает, все как бы для себя живет. На самом деле есть та птица, которая стоит сзади. Душа спереди чуть-чуть, сверхдуша сзади. Это Господь. Господь может жить не только в одном теле. Это такая удивительная личность, что она может размножиться на много-много разных тел. Мы тоже живем во многих телах, на самом деле. Вы знаете об этом? Что мы живем тоже во многих телах. Сначала мы жили в теле ребенка, потом в теле юноши. Мы меняем тело постоянно. Оно у нас не остается одно и то же. Мы меняем. Каждые 7 лет полностью клетки меняются. Во всем организме тело новое становится. Но мы себя чувствуем тем же самым человеком. Но Бог может сразу во многих местах жить. И внутри каждого человека находится Господь. Это называется экспансия или представительство Бога. Он один, но он может существовать во многих местах. И сверхдуша или совесть — это представительство Бога специально для нас. Индивидуально, специально для нас. Это Господь, который живет специально для нас. Он специально нам дает знания. Понимаете? Специально для нас. Его называют провидение или голос совести, голос истины, энергия счастья, которую человек ведет по жизни. Ковбоя поймали индейцы и связали его. И он думает, все, конец. Ему голос изнутри говорит, не конец. Он говорит, ну как не конец? Конец! Нет, не конец. Не, ну все, конец, меня уже связали, сейчас будут жарить. Ну ладно, хорошо. Но все равно еще не конец. Ну как, а что тогда? Я не пойму, что тогда, если не конец? Ну вон, видишь, вон больше всего перья самые большие. Видишь, у него самые большие перья. Вижу. Ну, позови его. Позвал. Плюнь ему в лицо. Плюнул. Вот теперь конец. Так сверхдуша нас ведет по жизни постоянно. Хотел, чтобы был конец. Пожалуйста, нет проблем. Вот. То есть сверхдуша нас везет постоянно по жизни. И на что мы настраиваемся, того мы и достигаем. Мы должны понять такую вещь, что совесть человека имеет божественную природу, и она всегда нас ведет к счастью. Она никогда нас не ведет к страданиям. Страдания мы получаем только потому, что мы отворачиваемся от совести. Смотрите, как интересно, в Катха-Упанишад, в Ведах описано отношение души и сверхдуши. Там говорится, что на дереве тела сидят две птицы, душа и сверхдуша. Душа постоянно смотрит на этот мир. Как прекрасен этот мир! Как прекрасен этот мир, посмотри. Она постоянно смотрит, потому что мир сияет счастьем. Этот мир наполнен энергией рады. Но эта энергия имеет корыстную природу. Это видоизмененная энергия Бога. Она настроена так, чтобы мы настраивались на эгоистическую жизнь здесь. Потому что мы захотели жить для себя, попали из духовного мира сюда. И поэтому здесь все так вот устроено, что каждый деревце, каждый цветочек нас настраивает не на то, чтобы ему служить, а на то, чтобы им наслаждаться. Человек полюбил девушку, допустим. Полюбил очень искренне, потому что душа по своей природе очень искренняя.
И он, когда ее полюбил, он стал бескорыстным очень в этой любви. Своей любви, как невесомости. Ну, то есть он стал очень бескорыстным. Моя любовь на пятом этаже, почти где луна. Моя любовь, наверное, спит уже спокойного сна. Ну, то есть стоит, ждет, а она уже спит там. Вот. Бескорыстным стал. Но как только он увидел, что она тоже улыбается, в этот момент просыпается корысть сразу. Как только человек от любви получает чуть-чуть, немножечко награды, он начинает ревновать сразу всех, считает ее своей, эту девушку, начинает за нее драться со всеми, ведет себя вообще позорно. Плохо начинает себя вести, плохо начинает себя вести. Почему? Потому что так действует наша вот эта вот склонность жить для себя в этом мире. Девушка тоже постоянно плачет. Он на меня не посмотрел. Ну, раньше он не смотрел, и ничего нормально было. А теперь не посмотрел, и все, и слезы. Почему? Потому что уже присвоила этого парня себе уже. Все, он теперь мой. Он мне улыбнулся, теперь мой. Все. Понимаете? Так устроено у нас в жизни. У нас даже был целый скандал. Один наставник, отреченный человек, просто вот по-доброму улыбнулся какой-то девушке. А она подумала, что он в нее влюблен. И потребовала, чтобы он отказывался от отречения и брал ее замуж. Строил целый скандал, просто улыбнулся человек. Так работает природа, ничего не сделаешь. Че, он дурак, что ли? Же уже отреченный. Зачем ему жениться? Отречение принимают только очень разумные люди. А глупые женятся. Это и шутка, и не шутка. В целом, в основном все женятся. 99%. Но есть люди очень возвышенные. Все нормально. Мой духовный учитель, то есть духовный учитель моего духовного учителя говорил всем, наставление давал. Девушкам говорил, давал наставление. Вы все должны выйти замуж обязательно. Не надо оставаться поодиночке. Девушка должна в отношениях близких жить. Тогда она хорошо духовно развивается. А своим парням он говорил, вы все должны остаться отреченными. Все абсолютно. Никто не должен свою жизнь посвящать просто своей семье. Надо посвятить свою жизнь обществу. Вот и спросили. И спросили девушки. Говорят, а что вы такие наставления даете? А за кого замуж-то выходить? Знаете, что он им говорил, девушкам? Он так им на ушко говорил. Не волнуйтесь, они все равно переженятся. Но надо давать такие наставления, чтобы хотя бы кто-то остался один, отреченным. Надо такие наставления давать. Иначе все поженятся по-любому. Итак, одно мы можем знать, если захотим, конечно, что совесть и сердце человека божественны, что в отрицании зла и признании добра человек сам является воплощенным божеством. Ну, то есть человек всегда отрицает зло, он всегда ко злу относится плохо, всегда к добру хорошо, что человек всегда радуется любви, страдает в гневе. Если он не видит несправедливость, он не всегда негодует. Это означает, он ведет себя так же, как Господь, потому что Господь так себя ведет. Если человек самопожертвованием занимается, его слава обретает вечную силу. Человек, который дает свою жизнь другим, он вечность увеличивает свою. И это является его неоспоримым доказательством единства с Верховным Властелином. Почему? Потому что Верховный Властелин никогда не живет для себя. И он вечен, и он славен. Чем больше человек живет не для себя, тем больше он счастлив в жизни. Надо учиться такой жизни, не для себя. Тогда счастье приходит само в жизнь.
Защита от Бога приходит сама. Смотрите, человек должен получать в жизни какие-то блага. Есть два способа. Первый способ – самому пытаться их получать. Какой способ? Сколько по судьбе положено, столько будешь получать. Второй способ – жить для других. Кто блага будет давать? Никто не будет. Вы не знаете, Бог будет давать. Какие блага будет давать? Намного лучше. Намного лучше. Понимаете, когда человек сам, вот допустим, в ведической культуре девушкам советовалось не думать о замужестве. Служить Богу постоянно, совершать аскезы. 7 лет они начинали этим заниматься. Бог давал в 1000 раз лучше. Потому что ясно, что девушке надо выйти замуж. За кого она выходила? За святого человека. 1000 раз лучше Бог давал, чем если же девушка думает сама. Если она сама хочет замуж, ей по карме, она хочет высокого, красивого, по карме положен или высокий некрасивый, или красивый невысокий. Но если она служит Богу, она получает высокого и красивого, понимаете? Более выгодное занятие. Вы думаете, я сейчас вам какие-то теоретические вещи рассказываю? Я вам говорю практические вещи, практические. Но понять это непросто. Поэтому мы с вами на 2 недели сюда собрались. В эту консервную банку специально вас запихали на 2 недели, для того, чтобы мы вас мучили, мучили, мучили. Здесь и в конце концов... Какой-то момент. Вот ты какой северный олень! Открытие наше! И все! А если не произойдет открытие, дальше что произойдет? Опять пойти домой, и будет вот это счастье манить, временное, которое будет приносить одни страдания. Поэтому надо за 2 недели здесь постараться. Да? Манит, манит, манит карусель. Путешествие по замкнутому кругу. Помните Пугачева? По замкнутому кругу. Карусель в ведах называется колесо самсары. Одно и то же постоянно. Да? Этот эффект французский, как называется? Дежавю, да? Ну, постоянно одно и то же видела 100 раз уже. Но этого в эту морду знакомый. Опять за нее замуж выходить. Ну, сколько можно уже, а? Ну, где-то я его уже видела. Что в отрицать так... Что в этом, а не в телесных преимуществах и не в большем разнообразии различных развлечений и инстинктов, человек сам является властелином над более низшим миром, вот этим вот миром, в котором мы живем. Поскольку человек отрицает или нарушает веление сердца и совести, постольку он и будет несчастным и бесчестит имя Отца Своего Небесного, а не светит Его имя. Поскольку человек нарушает веление сердца, сердце говорит, вставай рано, на цигун иди, на йогу иди, счастья всем желаю, хватит дрыкнуть, ты приехала сюда для того, чтобы быть счастливой. Да. Но поскольку человек следует совести, он светит имя Бога своего и получает постольку же от полноты его власти. Вот вы ходите на йогу, на лекции. Вы для себя это делаете или для Бога? Для себя. А кто для Бога поднимите? 4 человека для Бога, остальные для себя. Так вот, знайте, что даже если вы для себя это делаете, все равно придет время, и вы будете это делать для Бога. Потому что если человек идет правильным путем, его сердце очищается, и он начинает делать правильно. То, что он делает, он начинает делать правильно. Я раньше лекции читал для того, чтобы прославиться. Я рисовался перед всеми, сейчас тоже рисую. Жена говорит, ну что ты рисуешься? Ну всем же понятно, ну посмотри на себя. Вот. А сейчас мне уже хочется для Бога.
Вот честно, уже потихоньку начинает хотеться для Бога лекции читать. Причем раньше я думал, что я не для себя читаю. А сейчас я уже понял, что это неправда. Потом тоже пойму, что сейчас это неправда. Так человек постепенно развивается. Наша жизнь – следствие наших мыслей. Она рождается в сердце. Наша жизнь исходит из наших поступков и мыслей. В Ведах говорится, что тонкое тело ума, которое создает грубое тело, это как чертеж. Тонкое тело ума – это как чертеж грубого тела. И причем интересно, остается у нас в строении лица, во всем, остается наши прошлые жизни. Вот, допустим, мне во сне часто я летаю. Лечу так себе, лечу. Вот правда, вот лечу прямо и лечу просто. Весь всю ночь так хорошо, и никуда не спешишь. Просто летишь и все. И потом я почувствовал, понял, что я в одной из прошлых жизней был птицей. Видите, нос длинный. Чувствуете, похож на птицу, чувствуете? Но это еще не самый худший вариант, да? Некоторые на свинью похожи, на барана, на козла. Ну, то есть, видите, каждое тело, оно дает какие-то особенности. Баран, он такой, как бы, он не врубается постоянно. Не врубается, стоит, не врубается. Что от него хотят? Что-то заставляют, непонятно вообще. Ну, чувствуете, эмоции передают, да? Вот так он стоит, баран. Ну, не врубается, ну, что хотят вообще? Вот. Люди тоже такие бывают, знаете. Вот он упрется такой и стоит, и ничего, и с него не свернешь. Козел он... Козел просто, ну, постоянно готов боднуть. Постоянно такой, знаете, вы с козлами имели дело, нет? Нет. Рожки тоненькие такие, тоненькие рожки, такой маленький. Вроде бы... Козлит, да? Ну, то есть он маленький такой, козел. Ну, вроде кажется, ну, что от него, что он сделает тебе? Только отвернулся, он тебя... Раз! Околки такие рожки. Больно страшно. И думаешь, убить готов. А он сразу раз отбегает, смотрит на тебя. Он знает, что ты будешь его убивать. Он не дурак. Бегает быстро. Раз ты за ним бежал, ну, удрал. Он чуть отвернулся, он в задницу тебе подбегает. Козел. И шаг. Пожалуйста, нагружайте сколько хотите. Нет проблем. Вот сколько хотите мешков положить на меня, нет проблем. Но я никуда не пойду. Буду стоять вот до последнего здесь. Никуда не пойду, блин, буду стоять. А нагружайте, я беру работу, да, я беру. Деньги платить, жрату давайте, работать не буду. И шаг. Свинья. Здесь уже про работу забыли. Все. Лежим в луже, наслаждаемся жизнью. Свинья, да? Лошадь. Тык-дык-тык-дык. Да. Вперед в светлом будущем. Ну да, вот. И потом люди же похожи, да? Национальные особенности. Да? Замечали? И национальные блюда у евреев какие национальные блюда? Птица. Да? А? Ну, птица же, птица, курица там, национальное блюдо. Вот. Это результат чего? Украинцев? У грузинов? Бараны! А? Индийцев? Я не знаю, что у них там. Они не вегетарианцы вообще-то.
Вегетарианцы означает отказываются от этого перерождения. Человек отказывается. Он не хочет уже быть бараном, ослом, козлом. Не хочет. Хочет быть человеком. Вегетарианство означает хочу быть человеком. Надоело уже вот это все. Путешествие по замкнутому кругу надоело. Все. Итак, наша жизнь – следствие наших мыслей. Она рождается в сердце, исходит из наших мыслей. Жизнь рождается в сердце, означает, рождается от наших поступков. Нет, жизнь что-то не там рождается. Чувствую. Итак, если человек говорит или действует со злой мыслью, страдание неотступно следует за ним, как колесо запятой вала, влекущего повозку. Но люди даже не знают, что такое злые мысли. Он обидел меня. Он, смотрите, первая стадия злой мысли. Он обидел меня. Или она обидела меня. Обида. Просто я в сердце обиду. Человек, когда обижается, думает, а что я плохого сделал? Просто обиделся и все. Это зло. И когда человек обиделся, значит, страдание будет следовать за ним, как повозка за валом. Привязано страдание к обиженному человеку. На обиженных воду возят, да? То есть обиделся, все, до свидания, жизнь будет несчастной, все. Вариантов нет больше. Дальше, следующая стадия, более тяжелая карма. Он выше меня. Ну, он как бы эксплуатирует меня. Выше меня, он мой начальник, там, командует мной, понимаете? Еще больше хуже карма. Человек, который так думает, еще больше страдать будет. Потому что ясно, что тобой кто-то будет командовать. Ты же не можешь быть самым высоким здесь, в этом мире. Правильно? Кто-то будет тобой руководить. Не хочешь слушаться, значит, будешь мучиться. Он поработил меня. Следующая стадия. Да, поработил. Он оскорбил меня. То есть оскорбленным человек себя чувствует. Кровная вражда, там, ненависть, убийство. В сердце, встревоженным такими мыслями, никогда не угаснет злоба. Никогда не будет человек счастлив в этом случае. Дальше. Наша жизнь – следствие наших мыслей. Она рождается в сердце, творится нашей мыслью. Если человек говорит или действует с доброй мыслью, радость следует за ним, как тень, никогда не покидающая его. Он обидел меня, он восторжествовал надо мною, он поработил меня. Кто не дает себе убежище таким помыслам, тот навсегда заглушает в себе злобу. Почувствовал обиду, прощай. Обиделся, обидел другого, проси прощения. Чувствуешь, старший тебе не нравится, служи ему. Если чувствуешь, что ты зависишь от кого-то, прими это. И так человек становится счастливым в жизни. Это буддийская мудрость. Ибо не ненавистью побеждается исходящее из ненависти, оно угашается любовью. Таков закон вечный. Вот, допустим, кто-то меня ненавидит. Как мне победить судьбу? Как сделать так, чтобы победа пришла? Надо простить сначала его, потом установить отношения, а потом совесть заставит его замолчать. Понимаете, да, о чем я говорю? Побед, человек побеждает злобу не злобой. Потому что, когда две собаки гавкают, определите, какая первая начала. Вот вы проходите, две собаки гавкают мимо. Какая первая начала? И они оба виноваты, да? Обе гавкают. Так и в жизни тоже. В судьбе все равно, кто первый начал. Все равно. Если вы обе гавкаете, муж от меня ушел, я его ненавижу. Кто виноват? Оба. Собаки виноваты, как гавкают на улице. Оба виноваты. Когда жена простила, она уже не виновата. Она победила судьбу. Рады, рады. Сейчас мы будем петь с вами скоро уже. Потому что я тема тяжелая, надо попеть в конце. Воля Бога в том, чтобы мы жили счастьем и жизнью друг друга, а не взаимным несчастьем и смертью.
Люди помогают друг другу своей радостью, а не горем своим. Часто люди думают, вот человека оставляет тело. Я пришел к нему, я так тебя понимаю. Мне так тяжело, что ты оставляешь жизнь. Он говорит, слушай, мне и так тяжело. Иди погуляй. Понимаете? Только любовью и радостью, и счастьем друг друга мы должны жить. Если кому-то тяжело рядом, нам ему не нужны наши слезы. Им нужна наша радость. Им нужна наша любовь. Любовь означает позитивное настроение, негативное. Если человеку плохо, ему нужно позитивное настроение. Только позитив побеждает страдания. Если ребенку плохо, мать не должна: «Ой, сынок, я так волнуюсь». Не нужно этого твое волнение сынку. Ему еще хуже от этого становится. Надо сказать: «У тебя, сынок, все, ведь хорошо сейчас будет. Уже все. Уже не больно. Видишь?» Но это тяжелее сделать, потому что в этом случае тебе надо побеждать карму плохую. А легче плакать вместе с ним сидеть. «Ой, я так тебя понимаю». Не способ жить. Это воля Бога, то есть это Бог так хочет. А я не могу, Олег Геннадьевич, радоваться, когда с ребенку плохо. Это значит, ты атеистка. Атеистка. Потому что верующая женщина думает о Боге, чувствует Его волю и радуется. Побеждает судьбу таким образом. Видите, верующий человек живет волей Бога, а неверующий живет страданиями близких людей. Или мы страдаем за близких всю жизнь, или мы радуемся Богу, одно из двух. Если человек радуется Богу, он побеждает судьбу, страдает за близких, никому не помогает. Видите, смотрите, он поет с радостью о Боге постоянно. Постоянно поет: «Где же ты, мой Господь? Я хочу тебя увидеть. Когда я тебя увижу? Когда я вернусь к тебе?» Видите, в этом музыке очень много радости, хотя она в разлуке поется. Постоянно: «Ты вот так вот, я вот так». Постоянно о Боге. У нас как поют? Ты и я, да? Я без тебя, ты без меня, да? Он тоже поет: «Я без тебя, ты без меня». Ну, о Боге. Понимаете? И это святая песня, возвышенная песня, святая песня. Не песня о женщине, о мужчине, а о Боге. Она приносит счастье всем людям, удачу приносит. Освобождает от страданий, от всех грехов освобождает. Возвращает в духовный мир. Такая музыка. Раньше все искусство для Бога было. Это сейчас все опошли. Черные квадраты начали рисовать. Что будет делать, что делать, больше нечего, понимаете? Ну что еще рисовать? Все уже и так опустят. Черный квадрат. Малевич. Смалюет. Черный квадрат. Все. Зачем? Раньше иконы люди рисовали. Иконы означает связь с Богом. Все искусство принадлежало Богу. Все песни, все поэмы о Боге писались. Сейчас пишут, о чем поэму. Пошлость одна. И она, счастье, это все не приносит. Мы смотрим эти пошлые фильмы, читаем эти пошлые книги, мы не становимся счастливее. Наша жизнь не меняется к лучшему от этого. Судьба не становится чистой, возвышенной из-за того, что мы не с тем искусством связаны. Видите, какое искусство? Человек поет о Боге, тысячи людей собираются послушать. Бог притягивает, сладкий вкус от Бога исходит. Чувствуете пищу, которую вы кушаете, она какой-то сладкая, такая сладкая какая-то здесь. Да? Какая-то сладкая такая. Противно? Сладкий вкус, он приятен, не противен. Пища, которая с молитвой готовится, она сладкая. Сладкая. Люди, которые с Богом связаны, сладкие на вкус. Господь, потому что сладкий. Есть такая песня: «Акилам мадурам, хридаям мадурам».
Мадурадхи пате. То есть там поется: Господь, и глаза у тебя сладкие, и губы у тебя сладкие, и слова у тебя сладкие, и стопы у тебя сладкие, и речь у тебя сладкая, и поступки у тебя сладкие, все, что с тобой связано, сладкое. Такая песня, целая песня описывается, все, что с Богом связано. Сладкий вкус Господи. Потому все плачут по Нему. Почему по Богу все плачут? Потому что когда сладкого не дают, горько становится сразу. Без Бога очень тяжело. Видите, он поет с горечью. Но это сладкий вкус сзади стоит, потому что с Богом связано.